Приветствую всех! 19 апреля вечером я прилетела в Ереван. Ереван – столица и крупнейший город Армении. Один из древнейших городов мира, расположенный в Араратской долине на левом берегу реки Аракса. И пока не забыла, сразу скажу – покупайте сим-карту сразу в аэропорту. Будет меньше проблем и расходов. А вот это американское посольство. Перед нами коньячный завод «Ной», в котором мы обязательно побываем, и будет отдельное видео. После своеобразного устройства «Свой отель» я решила прогуляться. Тем более, что всего 750 метров до площади республики. А вот это церковь Святой Анны и здание ереванской резиденции католикоса. А это небольшая церквушка Святой Катогики. Посмотрите, как они сочетаются великолепно. Эта маленькая церквушка построена в 1224 году, а Святая Анна построена в 2014 году. По всему городу расположены вот такие фонтанчики с питьевой водой. Вода действительно очень вкусная. Кстати, эту маленькую церквушку хотели снести в советское время, но местные жители ее отстояли. Молодцы! Посмотрите, насколько это уютно. Никто не ругает, что ты зашел со съемкой. Никто тебя не осуждает. Ты находишься здесь как дома. Ты получаешь уют, тепло. Кстати, действительно тепло. Вот эти две церкви, одна из прошлого, другая из настоящего, очень гармонично соединились. И здесь всегда бывает очень много народу, местных жителей, естественно, приезжих, туристов. Необычный цвет этих церквей – это туф. Как и все остальные здания, сделаны тоже из туфа, в основном из розового. И местные жители очень сильно гордятся, что они используют строительный материал именно свой – туф. А это хачкар, один из древнейших хачкаров, который был найден. Автором Святой Анны стал Вагн Мовсисян. Он запланировал храм в виде креста с одним куполом и небольшой колокольней у главного входа. А вот это стоят хачкары. Они были найдены при строительстве церкви, которая датируется 15-16 веком. Эти исторические здания находятся на пересечении улицы Абавяна и Саятнова. А по Саятнову мы продолжаем дальше идти. Кто же он такой, Саятнова? Это армянский поэт Агуш, мастер любовной лирики, родился в 1712 году в городе Тбилиси. «Не изменю своему Богу, не покину свой храм». Это его слова. По-другому говорят, армянский поэт-мученик. По поводу храма. Мы в нем обязательно побываем, я вам покажу отдельное видео. Немного скажу о самом транспорте. Для меня это восточный колорит. Куда хочу, туда и еду. Как хочу, так и еду. Навигатором многие таксисты не пользуются. Им легче 10 раз просить в окно у прохожего, чем ехать по навигатору. С левой стороны перед нами открывается концертный зал имени Арама Хачатуряна и оперный театр. Вот это шикарное здание, архитектор Александр Таманян. Здание выполнено в лучших традициях средневековой армянской архитектуры. По ходу с правой стороны расположен печальный памятник человеку, раскрывшему душу армянского народа, Комитакс, который создал большой хор «Гусан». Да. Ну все, 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 все. Милое чудное дитя на меня смотрело как на диковинку. Я для нее была более интересна, чем эти фонтанчики. Мы сейчас пойдем в сторону каскада, но посетим его в следующий раз. Так как это уже был поздний вечер и надвигалась довольно-таки темная туча. Ночью действительно пошел дождь. Апрель в Армении вообще считается дождливым месяцем. А меня привлек внимание вот этот ленивый пес и его бедная хозяйка, которая пыталась заставить его идти. Похоже, пес получал большое удовольствие от своей вредности. Но армянские женщины – это серьезные женщины, с ними не побалуешь. И, переходя дорогу, где попало, мы попадаем в сад. Сад современного искусства. Или, по-другому, сад Александра Таманяна. Или еще есть название – скульптурный сад.
и первым нас встречает памятник Александру Таманяну. Он был установлен в 1974 году, в то время, когда каскада еще не было. Да, кстати, чертежи первые появились уже в 1920 году, а само строительство каскада началось в 1982 году. Оказывается, у этого сада есть еще одно название – скульптурный сад Гефисчан. Это в честь американского мецената Джерарда Гефисчана. Как понимаете, это армянские корни. В саду расположены шедевры мирового современного искусства. Я редко высказываю свое мнение, но в этот раз я промолчать не могу. Узнав, какое богатство имеет армянский народ, сколько скульпторов знаменитых, сколько художников знаменитых, расположить в этом прекрасном сквере вот это полностью безобразие, толстую курящую бабу, воина с окаянным отростком, там непонятного пингвина, ну неужели нечего бы разместить? Иногда даже жалею, что худсовет, который был в советское время отменен, он сейчас был бы полезен. Джерард Гефисчан родился 26 апреля 1925 года в Нью-Йорке в армянской семье, которая переселилась в 1915 году. Многие члены семьи Гефисчанов были убиты во время геноцида. Фонд семьи Гефисчан был создан, чтобы помогать Армении возрождаться. На сегодняшний день Гефисчан выделил более 50 миллионов долларов для оказания помощи Армении. Не стало его 15 сентября 2013 года. А я по дороге домой зашла в прекрасный ресторанчик. Здесь, как всегда, шумно, весело, и еда всегда вкусна. Она не бывает другой, просто вкусная. Очень красивый город, уютный, чистый. Здесь можно просто бродить, не искать достопримечательности. Здесь можно просто наслаждаться тем, что видишь. Ну и немного скажу про апарт-отель, в который я заселилась. Когда я выбирала как можно ближе к центру, к основным достопримечательностям. Но когда я увидела вот эти двери, вот тут я была в полном шоке. Через полчаса после разговора по роумингу я все-таки попала в подъезд. Он был еще страшнее. Слава богу, на этом плохое закончилось. Остальное все великолепно. Несколько уютных комнат, прекрасный персонал, что одна, что другая женщина. Это моя комната. Широчайшая кровать. Окно выходит во двор. Зелень, свежий воздух. Ну, что еще надо для счастья? Кстати, тишина. Утром мы спускались на первый этаж, и хозяйка нам готовила прекрасный кофе и еду по нашему запросу. Вот. И это самый-самый бюджетный вариант. Так что из личного опыта советую. Все великолепно для того, чтобы просто переночевать. И все в пешей доступности. Это небольшое видео, обзорное, я посвятила всего лишь одному вечеру в Ереване. А следующие видео будут про улицы города Еревана. Дальше мы посетим коньячный завод и обязательно вам покажем. Также мы встретимся с организатором туристической компании, которая занимается пластической хирургией. Поднимемся на каскад и спустимся. И мое любимое – это народное творчество. Вернисаж. А вы не забудьте подписаться. И спасибо вам большое. Пожалуйста. Во-первых, все было очень вкусно. Очень достойно. Вот. Так что все остальные пускай приезжают.